Арти-25 представляет. Еще и Берка уже будет что-то смотреть. А я не готов. Жалко, он арту не увидел. Я бы арте бы кинул. Арте по арте. Не успел. Надо было, конечно, откидываться. Но просто есть ЛТхи, от которых я очень хочу убежать. Всегда в начале катки. Поэтому я откатился, а не отстреливался. Ну, по жопе попали. Хорошо. Сюда бессмысленно, наверное, кидать. Не, слушайте, нормально. Теперь я двоечник. Давай, Вадим, удачи. Точно. Спать надо. Зазевался весь. Я бы сегодня, конечно, хотел лечь бы пораньше. Давай сейчас кинем сюда. Так как мне сейчас сюда проще кинуть. А потом перекатимся и будем право отрабатывать. Слабый урон такой. Это же 50B. Какой хороший YouTube. Смотришь в 1080, потом появляются пиксели, как будто в 240. Но YouTube мылит картинку. Все равно. Чтоб нагрузка не шла небольшая на сервера, так или иначе. Ты представляешь, сколько народу сейчас на YouTube стримит? Это же надо все обрабатывать. Естественно, они не хотят это делать. Ну как не хотят, это им... Они не могут, наверное, даже это сделать просто. Нормально, нормально. Мы живем. Ну, тащим. Я, конечно, из... Семеру там не особо-то и задамажил, но заглушение хорошо поимел. И с этого тоже хорошо поимел оглушение. Мастер оглушения. Кто-то фапает на оглушение? Е-700. Всем бобра. Ну почти. Сейчас бы таких писюнов бы ему отвесил. Здравствуй, арта, вот бы убрали на арте, что ли? Здравствуй. Слушай, прошло уже 3 года. Ну, типа, с возвращением, наверное. Такой сплэш маленький. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Тот самый момент, когда прошло реально много времени, когда убрали ББ, их хотят опять ввести обратно, и есть люди, которые типа, что, ББ? А их убирали? Ну, просто люди, видимо, не играют. Забили на игру давно. Тогда... Уже 4-й этап на арте, тяжело, но можно, жаль, только турбосливы часто невозможно дамажить. Да. В целом, не только турбосливы, но и турбопобеды не очень.
не очень приятное. Оглушение. Что-то у нее там по скорости не очень. О, тридцатка. Пришло счастье, откуда не ждали. А чё я уезжаю? Зачем? Мне хорошо стоит. Меня не трассерят. Чё я парюсь-то? Она сейчас с той стороны задавит их и все. Тут по хп разница уже, он очевидно. Преимущество у нас. Тот самый момент, когда взял упреждение, а тебя просто союзники тихо послали. Я мудрее, наверное. Они стараются отбиваться, но... Что-то не особо получается, наверное. Хотя... Ой-ой-ой, стана 4200, урона 3200. Дважды один прям жарит не по-детски. Я говорю, сегодня на дважды один прет. Надо использовать эту возможность, момент ловить. Фражик для мастера. Как бы, если что, мой. Мастер мой. Вот, Мазила, тоже так думаю. Ну, сюда блондик дайте 49-ки. А, ее тут нет. Значит, она вот здесь. Мне сливают инфу. О, еще стан! Ты что такое? А где батчат-то? Куда ушуршал? А батчат может тут тоже где-то сидеть? А, не, нифига. Блин, не дали мне больше ничего. 3387 урона, 4481 стана. Как бы, ни на что не намекаю, но почти 8000 сумарки. Константин, привет еще. Привет. Только закончил смотреть запись Раста, да. Нифига не соло-сервер. Пока глубокая ночь не наступила, тебя как Сайгака вокруг дома гоняли. Дуэ команды точка, 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 равно. Да, там я, наверное, с сервера, может, ошибся. Там, может, не соло, может, дуо, может, даже трио. Но в целом, там было прикольно. Так или иначе. Я думаю, ты это увидел и тоже прочувствовал. Не знаю, мне понравилось в любом случае. Спасибо тебе. У нас тем временем просто хороший бой на мастероса очередного. Кстати, даже 1000 опыта не было. Опыта всего 977, но мастера дают за это. Ну еще бы, за 4, почти за 4500 стана мне дать мастера и 3400 урона.